прошел еще один биг-тест. Мам, киржом ушел. Тек. Чисто трансляцию запустил. Зачем? Просто. Будем ждать Lost Light. Ты ж бот, блядь. На стриме. Будем ждать. Сам ты бот. Аксперт, здорово. Хейт, здорово. Когда Lost Light? Завтра. После обнова. Да это Сан жрет. АСМР. Ага. Ой, блядь, уже бегут нахуй, бегут, бегут, бегут. Чего так сюда дохуя на одном, блядь, квадратном метре? Ну так это ж лаба, блядь. Блять, тот же самый нахуй, тот же самый чувак, блять. Два раза в голову, блять, стрельнул, сука. Тварь. Какие планы на Lost Light? Чисто залететь, посмотреть, что там поменялось. Скорее всего, там нихуя не поменялось, и игра как была говном, так и осталась. Да хватит тявкать. Не могу. Вкусно. Очень вкусно. Угу. Давай еще вебку на стриме включу, блядь, вообще. Опять инвентарь стримишь, да ебаный рот. Интересно, а СП 5 намного слабее? Сейчас чекну. 39. Блять, хуйня патрон, вообще максимально хуйня. Пизду.
Блять. Чтобы кусоника забыл? Да не, блядь, просто тут такая хуйня, что иногда багается и не можешь свою сборку найти. Ну, Тарков, Тарков, бета, вся хуйня. 5 лет уже в бете. Black is king. Все сделано так, чтобы ты подольше стримил свой инвентарь. Угу. Блять, может, могу на спите работать, нахуй. Значит, у них рецепты все. У меня сейчас 10 часов. 10:03? Да. Утро, нахуй. Да не утра. Какие утра? Ночи. 10 часов ночи. И даже 3 картошечки. Бля, сейчас лопну. Надо топинг срочно. Топинг будет какой-нибудь. Купить топинга будет. Так а как чат будет живой, если 2 человека на стриме? Ну, второе, этот Хейдедвери, вот. Да, теперь один. Топ-1 подписчик. Забавно, что у меня твой стрим тоже открыт. А, тебя просто YouTube не считает за человека. Смотри, давай я в чате что-то напишу. Ты просто нелюдь. Пошел ты нахуй.
Никого не поменялся. Как был один, так и остался. Дела отлично. А перезапущу страничку. Сам как поживаешь, Акспер? Ждешь обновления в Lost Light? Походу YouTube мониторит, нахуй, что мы с тобой в Дискорде сидим, блядь. Умные алгоритмы, нахуй. Ну правильно, нехуй в помойку играть. Я завтра залечу чисто вот ради сана. Ну, я думаю, там ничего не поменялось. То есть, блядь, ну, была говном и осталась говном. И будет говном. Хотя какой там, третий или четвертый сезон? Ну, когда мы играли, тогда заебись было. Шестой. Не, я имею в виду, когда мы с тобой играли, какой тогда сезон был? Я как... Ты меня когда позвал, это был третий сезон? По-моему. Если не ошибаюсь. Бля, там еще справа был еще один. Нормально, пацаны, залетели. С одного забрал. Ксинхуа, блядь. А, так я успел второго забрать. Ну и чепуха. Ну так и будет, так стопудово. Правильно, в его, блядь, в пизду всех, всех, блядь, все отрахают, блядь, всем даст, да. Угу. И выйди, блядь. Нихуя не понял, я ставлю чипсет, ничего не меняется. B460. А, фильтр. Ну, сейчас прогрузится. Сука, надо перезаходить в игру. Блин, пиздатая игра, нахуй. Блять, баксы, сука. У тебя материнка именно в конце с приставкой Pro, блять, не плюс. А, вот, нашел. Че, блять, Top Gaming или что? У меня? Ну, просто, ну, что указано, такая и материнка. Я уже просто не помню, какая именно там. Ну, у него есть какой-то там, блядь, наименование там, Tab,
Бля, как написано, так и, бля, такая и материнка есть. Один в один, нахуй. Блин, она настолько бомжарская, что ее даже здесь нет. Да какая бомжарская, бля? Чем она, нахуй, отличается от про, мега, супер, пупер, там, что ты там хочешь? Я ж, блядь, проц не разгоняю. Блядь, у нее задняя планка, которая вставляется. А, подожди, это острог вообще. Блять, мне острог находит, не острог. Сейчас посмотрю. Я не знаю почему, блядь. Нету такой, как ты вел. Есть острог такая. А, блядь, острог, да, точняк. Я случайно асус написал. Это ебать. Ты пиши, как... Асрак, асрак, нах. Ебущий свой. А этот асрак, блять. Да, лоханулся, лоханулся. Ну, радиатор где есть. Надо, где надо есть, конечно. Всего 2 М2 накопителя, а 3 М2 накопителя. Что это, M2 Wi-Fi просто? А что, подсветка же есть вот эта, блядь, горит? Что? Конечно, конечно. PC-Express 3.0, блядь. Экспресс 4 момент. Если вообще под такой, блять. Это 1200, по-моему, сокет. Бля, я не помню уже. Да, у меня Z490 или Z90. Так. Акспер спрашивает, как у тебя дела, сам? Надо дать развернутый ответ. Я наелся. По пунктам, по пунктам. Пиздец, нахуй, работа, говно, зарплата, говно, ракеты летают, нахуй. Хоть похавать можно. Да, сначала очень, блядь, отстой, нахуй. Жаль, нету для меня медальки гига-зрителя. Ну тут же, это же Ютуб, нахуй, тут же не Твич. Гигабайта охуенной мамки выглядит и охуенную видеокарту бьет. Блять, мне вообще люди нравятся. А вот эта серия Vision у них. Я вообще люблю такой, блядь. Для меня всегда было... Чтобы на материнке, во-первых, были радиаторы, во-вторых, чтобы это обязательно ATX формат. 4 слота под оперативу. И не самый бомжатский чипсет. Все. Если разгоном не занимаешься, то B-чипсета, блядь, с головой нахуй. О,
PCI Express 4.0. На Z590 чипсете тут PCI Express 4.0. Блять, что-то я не посмотрел, я наушники вообще взял? Да, взял. Вот такие вот, вот, видишь, блядь, вижу. Дел как комплекса, я вижу, блядь, вижу. Не помню. Я понял. Чё? Блять! Настоящее имя Андрей. Богдан, Богдан, блядь. Да, блядь, нахуй ты перезаряжаешься, сука. А что, если тебя называть Андрей? А? А что, если тебя называть Андрей? Там мне непривычно. Или да, он лучше Андрюша. Какое имя у Сана? Богдан.
Бля, надо второй моник подрубить. Неудобно, бля, через телефон читать. Богдан. Блять, вот так каждый раз, блять, после каждого файта, нахуй, сидишь, блять, пока докинешь магаз, пока, блять, полечишься, пока, блять, все восстановишь. Сейчас все восстановил, все патроны закинул, сейчас выхожу, а, блять, там еще один черт стоит. БПшки. О, блядь, БПшки, нихуя себе. $100, блядь, на последний день купил. Бля. Да чувак, чисто налегке ходит. Типа проебет, хоть не жалко. БП, 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 нахуй, охуеть. Давай, офтальмоскоп. Хуй. Что, дорогой, что ли? М? Что, дорогой, что ли? Ну, нормально. Ну-ка, он чекнул зеленую. А, зеленый не это. Бля, так тихо в лабе. Может быть, это один чувак? Ну, типа, одного чувака только зарегало. Хотя вряд ли, блядь. Ну и почему ты забросил Акспер? Потому что игра говно, нахуй. Да я его завтра скачу. Только ж не заходи без меня. Не, все, у меня отпуск, нах. Но я потом все равно, я послезавтра, скорее всего, поеду в родной город. И там только через 2 дня приеду. Подозрительно тихо. Наверное, блядь, крысы сидят. Нет, здесь не лутано. Походу, ласт это был. Но... все равно может кто-то сидеть. Например, здесь... Нет, хуй. О, видяха. Видяха, это хорошо. Я
Не, я, блядь, не верю, что никого больше нет. Просто не верю. Подбор хрени стало навязывать. Тогда, а чё сейчас-то с третьей, четвёртой броней-то играть? Надо играть только с шестой. Флешеты — это очень хорошо. Это ж мобилка, там все фармится очень легко. Его слать. Я думал, мяу-мяу, блядь. Не, ням-ням. Моя девушка. Питомец, блядь. Питомец. Покемон.
Да не, все, это фришная лаба. Один враг был. Хотя, может быть, сейчас, конечно, и сдохну от крысы какого-то. Может быть, где-то до сих пор и сидит. Например, вот эта дверь не должна быть открыта. Но это, скорее всего, рейдера. Но не факт. Могут быть и не рейдеры. Конечно, это маленькая карта, она просто маленькая, дофига людей. Тут одни киберкотлеты играют, ну и читаки, конечно, само собой. И лута тут больше всего. Я поэтому на этой карте играю, чтобы максимально быстрые катки были, короче. Это что за патрон? Блять, хует. Да ладно, не выёбывайся. Чё, ладно. Мне вот только недавно 18 исполнилось. Мне на работу на полставки. Я работал на полставки, сейчас меня возьмут на полную. На заводе по производству консервных банок из-под шпрот. Стоп. Надо, блядь, компы прочекать. Конечно, реально. Чё, не слышно, что ли, по голосу? Ещё даже до конца не сломалось. Ну да. Не прокуренный ещё, молодой. Бля. Бля, ты можешь немножко поближе микрофон? Тебя почти нихуя не слышно. А вот так? Бля, ну не надо так делать. Да, я буду сейчас дымом. Тридцать семь — это трейлу 37. Или сколько ему? А сколько ему лет, кстати, трейлу? Ну, трейл помладше тебя будет, Сан, да?
Тебе сколько, 40? Ну, если мне 37. Угроза на 12. Скоро 31. Богдан, можешь микрофон прямо в рот засунуть. Так, да в пизду эту бутылку надо. Ты ее сейчас... 04.07.92 года он. Ой, блядь, Сан, не надо на. Что это было? Я Блять, Сан страшный нах. Прихуело немного, блять. Ой, блядь, ПС-ки, пошел ты нахуй со своими ПС-ками. Бля, я думал с ночным видением, нахуй. Ик. Нихуя нету. Что говоришь? Насмотрелся твоего Таркова на его скорбить. Да в пизду этот Lost Light, нахуй. Да чё ты, блядь, дождаться, нахуй, завтра, что ли, не можешь? Надо всё попродавать на чёрном рынке. Да, блядь, на чёрном рынке. Знаем мы твой чёрный рынок. На чёрном рынке он, блядь, собрался продавать. Почему ник именно яблочный пирог? Потому что он сладкий, как пирог. Роман, просто за член кусал. Ну или так. Блять, ну вторая видяха-то должна быть. Сука. Иди, блядь, иди видяха.
темпа, блядь, выйдет. Сейчас все, выхожу на. Я, короче, нормально М61 не затарился. Нам на двоих. Сейчас скажу, сколько М61 затарил. Семь тысяч патронов? Для чего? Где? Не понял. На завтра. Так, а ты типа можешь это патроны сохранить или что? А, у тебя полностью весь этот сохраняется, типа. Да. Ебануться. Да, слышал, Китти я. Не, нету. Акспера, тебе надо что-то сохранить? Если в мире случился какой-то пиздец, то видеокарты 100% они не могут, ну, не могут быть ценны. Потому что, ну, что от них ты возьмешь? Если так подумать, то и рубли нахуй не нужны. Чего говоришь? И рубли нахуй не нужны. Ну, рубли в данный момент точно никому нахуй не нужны. Самое ценное это будет еда и патроны. Если в мире пиздец настанет? Да. Так-то да. Ядра, я бы даже сказал, медикаменты, еда, патроны. Хотя нет, скорее всего, сначала еда, потом медикаменты. Сначала еда. Сначала кушать ты хочешь каждый потом, день. Потом, да. Да, пить. Да. Но, с другой стороны, без медикаментов ты можешь откиснуть. С другой стороны, медикаменты хуй ты сделаешь. А жрачку, в принципе, ну, реально вырастить. И патроны, и патроны ты хуй скрафтишь, блядь, на верстаке ебаном, не, как, блядь, в играх. Ну, блядь. Можно чеканить сидеть. Ну, блядь. Это все можно, примитивные станки, все это можно. Ну хуй знает. Откуда ты гильзы достанешь? Ну, типа, откуда ты вот эту вот пимпочку достанешь? Ну, то есть, типа, так, блядь. Чувак, блядь, примитивные станки, блядь, примитивная металлургия. Ну, станки, блядь, ну, станки ты имеешь в виду, чтобы, блядь, ну, с электричеством, что ли, блядь? Не обязательно. Можно ручной привод сделать.
Ну хуй знает, как ты, блядь, это все реализуешь. Я сомневаюсь, что ты, ну, сможешь это сделать. Слышь, давай нахуй апокалипсис устраивай, блядь, сейчас тебе покажу. А вот подорожник, блядь, на улице найти не так уж и сложно. Подорожник не работает, доказали ученые. Работает, если, блядь, поверить вот мне, его да. Нах. Ебать, блядь, уверуй, нах. Культ поклонения подорожнику. А порох где ты доставать будешь? А серу нахуй? Чисто ебать, будет сан, блядь, нахуй. Идти в этот, блядь. Выращивать моча, блядь. Угу. Блядь. Стойку. Я сейчас подойду. Так, я тут. Все распадал. Осталось куча модулей на будущее. 7000 патронов, я думаю. Блять, можно было бы еще, конечно, сформануть. Сектор G.
Инспектор G. Блять, иди нахуй, рейдер, ёбаный! Мне не до вас, пацаны! Ты за комната такая, блядь, чё всегда сюда бегут, блядь? А потому что тут ледухи спавнятся. Там еще есть люди. По крайней мере, минимум один. Тут плюс шприцов дохуя. То есть ты сюда прибегаешь, лутаешь и их продаешь. И это очень быстрый окуп. Очень быстрый окуп. Не понял, а стрим идет? А, да, идет. Что-то мне ошибку выдало. Блять, он прикалывается. Я думал, он убежал. Ёбаный бред, нахуй. Ну ты так летишь, он же тебя слышит. Тик. Голова, глаза, жопа, челюсть. Именно так. Тут, тут, тут. Так, 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 так. Надо сделать... Ну все, заглючил, блядь. ЕФТ. О. Как это не рад? Конечно, рад. Так. Сейчас надо перенастроить немножко. Во. Так. Сука, какой же, блядь, YouTube неудобный, пиздец. Да нет, у меня уже давно. Ты что? Блядь, сейчас лопну нахуй.
А, блядь, я и думаю, что так темно у меня нахуй. А это калибровка слетела. Так. Да какой Ромаро, блядь, он Андрюша. Бинты, бинты, бинты. Когда я курить брошу, ты будет нормально меня слышать. Я погромче его просто сделал, поэтому получше стало. Я еще могу вот так вот. Да, ничего не делай, и так нормально. Так, это есть. Что такое? Сейчас скину, посмотришь. Как нейросеть видит миленьких собак. Ебать нахуй. На курице такую хуйню посмотреть. Потом чекну, короче. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I like. But now I know we can't change the past. Wait till you answer, no, there isn't one. Курит, курит. Пачка сигарет ушла. Че, не слышно, блядь, зажигалку? Сука. Все, последний сишку курю, спать, короче. Спать? Да. В 11 вечера? Конечно, блядь. Через, блядь, 7 часов вставать. Война войной, а, блядь, на работу по расписанию, на завод, нах. Ну, лысый вряд ли, а без зубы возможно. Как это лысый вряд ли? Уже лысый, блядь.
все говорят, что у меня быстро отрастает волос. Сильно быстро не отросли. Сука, шишка болит на башке. Блять, вот лежишь нахуй, чекаешь, не выходит, блять. Вот только встаешь нахуй. Сука. Как вот, блять, вот как он, сука, знал, когда, блять, выйти нахуй? Пиздобол ебаный. А как какать? А как какать, ну? Там, блядь, с Гранником еще чувак. Ну что он, блядь, сменил позицию? Не, нихуя. Сука, блядь, сидит. Как я нах. Сосать без негатива. Да блять, я еще БПшки взял, бля. О, блять, лечу нахуй. Блять, это тот, что ли, с Гранником? Мне пизда, если я сейчас слева выйду. Не, пиздобол. Стопудово пиздобол. Опять не доиграл. Угу. Вивичи ТТВ, блядь. Ну, давай посмотрим. Вивичи. Вивичи, блядь. Вивичи. Нету нахуй такого, блядь. Пидорас нахуй. Сука, гандон, блядь. Вот как, блядь, играть в это говно, нахуй. Просто одна пуля, блядь. И похуй, что я там мансю, блядь, бегу, нахуй, на всей скорости, прыгаю, блядь, похую вообще. Играть. В КС? Блять, в эту парашу? Не ранковый матч по нём. Да не, там хуйня. Че это? Да блять, ну сама по себе игра, ну бля, его уже давным-давно пора забыть нахуй. Как люди в это говно играют еще до сих пор? В смысле, это самый идеальный шутер? Да. Люди еще надеются вот этот в киберспорт попасть. Идеальный шутера нету просто. Блять, в алкашке уже все, места нехуй. Ебать. Надо попродавать все. Ну, а тебя, блядь, нахуй в Дискорде замутишь, чтобы я мог на трансляции слушать музыку.
Пиздатая музыка. Ну, у меня просто ничего не включилось. Ты шо, я два раза вышел, что уже, блядь, окупил нахуй. Так я, блядь, вот это все, если я попродаю все, то окуплюсь нахуй. Просто я все максимально быстро скидываю и иду дальше. Поэтому я все беднее и беднее. Че я, блядь, хотел нахуй, забыл. Троны взять. Так. Ready or not? Пробовал. Shadow Race Juggernaut. Сейчас включу. Дота. Здоров, пацаны, это я Джаггернаут. Вот есть кто нам не слышит, что перец? Я доту вообще не люблю. Я раньше играл в Лигу Легенд, дота мне вообще не зашла. А кто пиздит, что это две абсолютно одинаковых игры, тот вообще не шарит. Так. Бит нормальный. Так, это взял. Пропитал. Заебал этот фон. Да, блять, он все, блядь, попадается, попадается. Сам по себе врубается. Я не знаю, когда он у меня переключится уже на что-то другое. Давай, включай вичуху какой-нибудь. Давай, что врубить? Сейчас. Это самая моя любимая нарезка. Давай. Не, есть, конечно, другие Вичхаусы поинтереснее, но тоже не. Ну, это самое. Вичхаус умер, поэтому Вичхауса нету. Как считаешь, стоит пробовать играть в доту? Нет, не стоит.
Жди чего-нибудь нормального. А так пока что играй что-нибудь. Так, чисто на чили. Или в дурку. Бесплатная колда ремастерит. Ты имеешь в виду про четвертую, что ли? Как в плане она, в смысле бесплатную? Блядь, нихуя себе у него. А, я подумал, это по мне. А, ну да, это по мне было. Нихуя себе он стреляет, конечно. Блядь! Их двое, нихуя себе. Нормально. Вот этого я не ожидал, блядь. Пиздатые звуки, спасибо, нах. Ну, это не читак был. Спасибо, блядь, на этом, нах. Ты лох просто. Просто звуков не было, нах. Я одного слышал, а второго, блядь, не слышал. Слышал только, что стреляли. Ремастерит бесплатный, блядь, в Стиме. Да я тоже не понимаю про... Такое вообще, блядь, существует, нах. Ну, чекни, чек. Call of Duty, 21 игра. Кун мне сидит, что бесплатно. Ты хоть раз видел, чтобы колду раздавали хоть где-нибудь? Нет. Red Match 2. Игра бесплатная, классная. За колду не ручаюсь. Такая... Ладно. Что за Red Match? А, оно слитно пишется. Ебать, так и под блокада 3D нахуй сказал. Блять! Экспер красава. Только там вместо модели персонажей, блять, это, блять, R2-D2, нахуй, блять, со Star Wars. Ну там реально такие, типа, капсулы ездят, нахуй, стреляют. Когда впадло рисовать модельку или покупать ее? И бесплатные эти ассеты.
Блять. Не посмотрел Карусел Аватар. Ой, впадал потом. Так. Бабашки. Сейчас разгребу по фасту. Так, вроде все взял. Надо хотя бы одного забрать. Ага, длина. Не так и не так, Экспер. Ого, пошла раскидочка. Thank you.
деньги. Пизда мне, блядь. Чего, блядь? Я ж его убил, не? Ты же его не убил, блядь. Я ж думал, хуя ты смелый, блядь. Охуеть. Не, мне показалось, что он, блядь, так дернулся, нахуй. Я ж ему в голову, блядь, попал. Охуеть, блядь. Нормально, нормально регает. Не, ну я демку сейчас сохранил, потом пересмотрим. Я полностью уверен, что я в голову попал. Бля, ну мне по-любому не пизда. Смотри, сколько там, блядь, кровища нахуй. Как он, блядь, пережил? Сука, двое, блядь. Слева, другой, справа. Да пизда, там все равно мне пизда была бы. Стендов 2. Ой, блядь. А, ну во, убил, блядь. Я же говорил, блядь, убил нахуй. Это другой был. Чё вы мне тут пиздите нахуй? Демку пересмотри. Ну а кого, по-твоему, я убил, блядь? Так. Оп. Так, как тут было замедлить? Бам, вон, все, трупак, блин. Смотри. Вон, видишь, все падает. Прикинь, себя обыграл, ты была в таком клубе. С эрсаской пойти попробовать. Я с таполками не умею, нах. Не, ну можно, конечно, блядь, пойти на обычную карту, там, блядь, полчаса ходить, искать, блядь, людей. По кустам
По кустам, от куста к кусту, да. Я же, блядь, как ебанутый бегу, блядь, напролом, нах. Это, блядь, слишком скучно. Покупал или находил? Купал, конечно. Они, главное, ну, был как бы раз в 2 часа у терапевта можно было вот закупать 2 карточки. А сейчас сделали опять, что через людей можно покупать. Поэтому я сейчас не скупаю, потом, если надо будет, куплю. Так. Так. Первая купленная игра, это мамка принесла диск, на котором был Saints Row. Saints Row, кстати, пиздатая. Два. Еще какая-то игра была. Была какая-то игра, тоже очень похожая на GTA. Но это не Saints Row, там как-то... Блин, не помню. Про гангстеров, всякая херня там. Тоже граффити надо было закрашивать, свои эти районы держать там. Прикольно было. Но как называется, не помню. Что за геймплей там был? Да, ровно то же самое, как GTA. Только... Боль... Ну, как GTA San Andreas, точнее. Типа вот GTA San Andreas, знаешь, когда полностью всю игру проходишь, и там дальше ты районы захватываешь, вот там с самого начала, грубо говоря, такая фигня. Я вот не помню, сейчас попробую найти, но вряд ли найду. Если закрашиваешь район, то есть игра, блядь, про чуваку, который граффити рисует. Но это ты про... Там, где паркур был. Это, ну, я не про это. Да. Я не помню. True Crime, во. По-моему, это она была. Я думал про True Crime, но по-моему, в True Crime нет такой хуйни, типа района держать. А, не, это, по-моему, не то. True Crime — это ты играешь за, блядь, полицейского. За полицейского, да, это не, да, это не та. Блин. Бля, или я, может быть, напридумывал себе. Из такого старого, это только разве что первый Saints Row. Да, наверное, это был True Crime, но я просто немножко попутал. Короче, яс. Вау. На лабе одни читаки, бля. Ну давай посмотрим вот.
Есть такой, блядь, стример, недостример. Джаз турнира. Джуз турнера. Нету. Забей. Пиздобол ёбаный. Просто, блядь, одним патроном. Ну, блядь, ну, Тарков, ну, сука, пиздатая игра, но, сука, тут звуки, блядь, поломанные, нахуй. Рега, блядь, поломанная, неткод ёбаный. И, сука, читеры. Просто, ну, пиздос. Если, блядь, с поломанным звуком, ну, то есть, обычные игроки, ну, все, ну, то есть, в равных этих условиях, типа. И с хуёвой регой тоже более-менее в равных условиях. То, блядь, с этими читаками ебучими, нахуй. Вот поэтому, блядь, КС это идеальный шутер. Угу. Поэтому у него всё ещё игра. Типа, а там читеров нету, думаешь, да? Это исключительно такая проблема есть. Но... Там дело в том, что тебе читер давит только на тебя морально. Там... Не, ну так-то да. Так-то да, да-да-да-да-да. Не, с этим я полностью согласен. Так и есть. Тут, блядь, готовишься к рейду, блядь, сливаешь бабки, нахуй. Просто в такой игре, блядь, где вот надо копаться в инвентаре, блядь, 2 часа, нахуй, блядь. И таким медленным геймплейном, нахуй, читер вообще не должно быть. Да, 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 согласен. Ну, конечно, такого не может быть, чтобы вообще абсолютно не было, но хотя бы, блядь, ну, в маленьком, в очень маленьком количестве. Чтобы вот попадались читаки, ну, блядь. Бля, чувак, ну, просто у этой игры просто несколько факторов, что она, блядь, это пиздец. Просто, блядь, большой положенный хуй, потому что здесь конский, блядь, ценник, дохуище читеров и при этом еще дохуище технические проблемы, блядь. Ну это да. Ну как это? Ну да, игра-то, блядь, пиздатая. Да не, я же говорю, я играю, блядь, до вайпа, и все нах. Типа на больше, блядь, по-новому все это играть, блядь, с самого начала ебал я рот, блядь, застраховаться надо. Да что CS GO 2, там, блядь, особо, ну, сильных там отличий нету. Да, там смоки красивые, блядь, цветокоррекцию подкрутили. А так это, ну, это тот же самый CS, ну, то есть... Это, ну, одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, хорошо, потому что... Ну, почему они особо сильно не хотят менять... КС, потому что не хотят на те же самые грабли наступить, как переход с CS 1.6 на CSS. Тогда ж все, блядь, просто охуели и говорили, какое говно CSS, хотя, ну, я, блядь, играл, что да, в 1.6 и в CSS. Это была естественная эволюция. Да, да. Так, что я хотел? А, блядь, застраховаться, ебаный рот. Там же была проблема, по-моему, с переходом из-за того, что, блядь, никто никак спонсировал, блядь. Да не, они хотели очень максимально все гладко, гладкий переход сделать. Чтобы не было это как, ну, типа, по щелчку пальца хуяк и все, и, блядь, ну...
типа как переход с CS 1.6 на CSS. Они все плавненько. Ну, все-таки тогда Steam, блядь, только появлялся, только все это развивалось, поэтому это была проблема. Маркетинг тогда, я думаю, не сильно работал. Конечно. Кто смотрел «Черепашки-ниндзя» 2012 года? Я не помню, это давно было. Это фильм? Да. Я смотрел. У меня даже скачивание просто. Два раза или три спрямо. Еще у меня был «Аватар» скачанный. Мне тогда просто 7 лет было только, поэтому я не знаю. Ну, я не помню, «Черепашки-ниндзя» 2012 года я смотрел или нет. Ой, бля, ты начал пропадать, сан. Сюжет. Че? Говорю, какое время было в сюжете про тех черепашек? А, это мультик, он говорит. Акспер, а сколько тебе лет? Ну, типа, будущее, блядь, прошлое. Позапрошлое. Вчерашнее. Завтрашнее. Просроченное. Просроченное. Ай, блядь. Давай, Санг, что-нибудь подинамичнее какой-то да трек. Я... Ой, не трек, а этот, блядь. Плейлист. Короче, ладно, не надо. Я ДНБ врубил. Не, хуйня какая-то. Сейчас я тебе подинамичнее, блядь, скину. Бля, вот для меня всегда вопрос будет, вот, есть испаритель, нахуй, и у него вот этот, блядь, дырочки эти, где с ваткой, они, блядь, посередине, нахуй. Нет, чтобы снизу сделать, чтобы жидкость до самого конца впитывалась. А так, блядь, до половины бака ты хуяришь, паришь, блядь, и потом она перестает пропитываться, и приходится заливать. Почему, блядь, не сделать снизу дырочки? Ой, не, в iCity сейчас играть, не, это, ну, ты просто помнишь его в хорошие времена, и сейчас, если, блядь, скачать его, это, ну, полный кринж. То есть лучше вообще не скачивать и не портить себе воспоминания об этой игре. Агрессивная музыка, это только, блядь, ебаный фонг, нахуй, ёпта, блядь. Фонг, блядь, и драм-н-бейс. Ну и дабстеп, нахуй, который, блядь, настолько уже заебал за всю жизнь. Ну это не дабстеп, это этот, блядь, бростеп. Поджанр дабстеп, который дали из-за Скриликса. Самый классический агрессивный. Ну что, блядь, здесь никто не заспавнился, что ли?
Ебать! Показалось, чел. Бля, ну это хуйня какая-то. Ну не может быть, чтобы не заспаунился никто. Ты пробовал фон включать на ускорение? Нет. Вообще там так начинает долбить, блядь, еще быстро нахуй. Но это не весь фон так подойдет. Пойдите за правку, чек, не перепрыгни через огонь. Это не здесь огонь, если ты про это. А про тот огонь, ну, на другой карте я, ну, могу перепрыгнуть. Я? Нет. Ебать, Crime Life, это что такое? Я даже не слышал. Бля, вот как так получилось, что я там был, блядь, и никого не видел, но при этом сейчас там хуярятся. Кто тут, блядь, с кем хуярится? Пизданул. О, блядь, 30-й левел. Прикольно. Crime Life, Gang Wars. Да, да, красава, красава. Вот, блядь, эта игра. Охуеть, точно. Водный красава. И именно про нее я и говорил. Слышишь, сон? Алле, алле. Блядь, съебался. А, блядь, он срать пошел. Точняк, да. Именно про это я и говорил. Там же районы, правильно, надо было захватывать. Еще граффити закрашивать можно было. Я ж не ошибся же, правильно?
Блять, Гряник, Гряник, Хуяник. Security Beach? Бридж? Не, хз, что это. Батя, чё, слышишь, чё, Сан? Сан? Сан, Сан, Сан. Слышишь? Чё? Короче, чё? Вон, водный подсказал, вон, Crime Life, Gang Wars. Знаешь такую игру? Да, я чекнул, я ж говорю, я вообще по нему ничего не слышу никак. Да все мы знаем, что такое Джо-Джо, блядь. Ясно. Чтоб музыку скинул. Я тебе скину, блядь, стандартную агрессивную пон. Это ж фонг. Так, а чё? Давай Скриликса слушать. Это, блядь, целый час, нахуй. А, не, блядь, не-не-не, забей. Я подумал, это часовая версия этого фанка. Нет. Бля, ВК похуй на эксклюзив трек. Интересно, у тебя нарезки есть? Да, он здесь есть, но он на 58-й минуте. На 58-й? На часовой. Wake up, да? Ты про этот трек? Да. Здорово, сталкер. Дела отлично. Сам как? Спасибо, спасибо. Бля, на базаре на фонг надо слушать на большой громкости. Ага. А потому что если тихо, то, ну, блядь, что-то там пердит, попердывает. Мне охуенно нравится этот Murderplot фонг. Прям вообще Murderplot. Прям топ-топ. We'll be right back.
Ну, с музыкой в Тарков, блядь, хоть поиграешь. Дреда, блядь, музыка специфическая, там разная, там перепады настроения. Там все будет. Ну, заебись. Ну, не все пиздаты, конечно. Кордела? Блять, вот сколько здесь бы я не спавнился, вот никто нахуй здесь не перепрыгивает. Вообще никто. Ни разу я здесь не встречал человека, чтобы конкретно перепрыгивал, блядь. Не знаю, то ли люди, блядь, научились, что здесь нахуй не перепрыгивают, то ли что, блядь. Ебать, столько, блядь, не аирдроп. Минус уши, блядь. Красава, Максим. Что, блядь, опять вот в этой стороне, что я, блядь, соло нахуй зарегался. Все, блядь, сидит. Услышал, бля, что делать на? Граната тут. Блядь.
Двое, что ли. Понял, ебашь его! Упы. Конец тебе! Воу, пацан готов! Воу, пацан готов! Бля, их двое наверху. Чё, пацаны, страшно? Интересно, снаружи есть кто-то или нет? А ворота тут? Я тут. Чё, меня не слышно? Алло? Алло? Алло, алло. Ты тут? Я тут. Ты меня слышишь? Че, меня не слышно, что ли? У тебя стрим прервался. И у меня, блядь, не работает YouTube, но... Не, стрим идет. У меня, блядь, Google отвалился просто. Вот седуны, блядь. Их же двое, нахуй. Один вот здесь, а другой вот здесь вот. Пиздец, они, наверное, радуются сейчас такой победе. Долбоёбы.
Вот самый прикол, что вот такие долбоебы, они никогда не научатся играть. Потому что максимум, что могут, это, блядь, сидеть на жопе. Я не знаю, может быть, попозже должен, по идее, тиммейт прийти. Еще постремлю. Типа, сколько конкретно, я не могу сказать. Красава, Аксмен. Стрим-чек. Как, блядь, людям так интересно играть, я не понимаю. Вот интересно, а что бы вот они делали бы, если бы вот я такой же самый Сидун был бы, как они? Ну, типа, кто бы кого пересидел? Типа, ты какой-то, блядь, тупо риторический вопрос задаешь. Ну а кто бы пересидел бы кого? Они бы, думаешь, вылезли бы? Дольше сидит. Не, ну там же есть тайбер, то есть, ну, можно и проебать весь лут, типа. Ну сейчас будет эксперимент, если найдем такого гука... такой, ну, плюс-минус похожей ситуации. Посмотрим, сколько будет человек сидеть. Ты первый гранаты, блядь. Да какой первый? Там, блядь, эти тоже гранаты, они, блядь, настолько уёбищно работают, потому что если в тебя кидают гранату, ты можешь, блядь, с 10 метров нахуй от осколка, блядь, получить голова-глаза. А ты, когда кидаешь, блядь, человек в упор нахуй стоит рядом с гранатой, блядь, и не умирает.
потому что все осколки почему-то какого-то хуя летят, блядь, в стену, нахуй, напротив него. Сейчас С-300 полетит. Я думаю, вряд ли к нам. Нахуй, блядь. В телеграм-канале просто описывается вообще любое передвижение пусковых установок. Самолетов, блядь, всего нахуй. Бать, пиндосы мониторят нахуй карту, блядь, нон-стопом просто, блядь. Бля, тоже хуйня трек. И это тоже охуенно, блядь. Начало мне понравилось. Не, нахуй, с рейдом, блядь. Там долгий трек у нас. Используется долгая скачка. Здравствуйте. Вы не против, я посмотрю просто. Ну, трогать нельзя, только смотреть. Чё? А, здорово, Сань. Здорово. Я даже не узнал голос. Один раз. Выпинули. Так я, если что, стримлю. На YouTube. Я уже смотрю. А, понял. Здесь же... Здесь ближе. Понятно, блядь. На YouTube стримлю. А как, тащишь? Ну, блядь, как сказать... Играю как киберспортсмен, но умираю, блядь, от гуков ебаных. Прикинь, все бы играли как Калугина. Бля, да это охуенно было бы. Да ты бы на самом деле охуевал бы как-то играть вообще, блядь. Каким это было. Бля, ебать, я зажал нахуй. Вот это было плохо, очень плохо было. Синяя повязка, серьезно? Не один? Выглядит, как будто стреляет словно.
Ну так и есть. Да не, я просто хуёво начал зажимать. Да дело не в этом. Когда зажимаешь, нихуя не видно. Бля, ну это тоже верно. Ты, может, ты привык к этой игре? Я нет. По-моему, наоборот. Это, блядь, у меня еще прокачан, нахуй. Если можно... Да, с самого начала он вообще пиздец как очень медленно вставляет. Ну и плюс в шестидесятник патроны медленнее вставляются, чем вот в тридцатку. Просто между пальцами. Блядь, почему так? Почему так? Ну, не знаю, это, ну, реализм, нахуй. Хотя в каком реализм. Это... Ну, в каком... я в 60-х не вставлял патроны. В каком месте это реализм? Я хз. Ты поприседай. Да. Бля, ну надо сейчас круг наворачивать, вот искать, блядь, его второго этого, блядь. Подружку ебаную. Не факт, что она есть. Ну, не 100%, но, как правило, если цветастые вот эти вот, блядь, повязки надевают, то это, блядь, чтобы друг друга не переубивать. Ну, типа, вот если я сейчас от куста умру, это, ну, вообще не удивительно будет. А сейчас тиммейт такой сидит, говорит своему тиммейту. Ща, он не знает про меня, нету про меня инфы. Сейчас он ляжет, начнет себя лутать, и я его убью. Ща. Ты соло играешь? Да. Сан в такую хуйню не играет. Ты видел эти скрины скидывал? Блять, не помню. Посмотришь потом. Нас там уже все ненавидят. Хотя и не знаю... А, да, да, посмотрел скрины. Вчера пацаны пришли... ну, пришли, короче, в Петровку там посмотреть. Нас убили. Мы приехали ночью. Там никого нету. И из 30 дверей 20 открыто. Короче, до 6 утра выйдет. Ну, пацана БПшки, поэтому он меня не убил. Если и с БТшками бы он меня не убил бы. Да. Прекрасно. Он кил. Ну, вполне возможно, что это его подружка была. А убил-то кого? В смысле? Ну, второго только что-то убил. Второго бота. Он, скорее всего, просто пошел через забор, бля, через стройку, до сюда дошел и сел в кусты и начал ждать просто. Ты показываешь на пустой экран у меня. В смысле? Ну, тут демка, видимо, не прогружается или что. Так я демку не врубил. Я просто объясняю.
Ну просто я вижу, что ты махаешь этой мышкой указательно. Ага, ну не, это знаешь, это как жестикуляция, типа. Я понял. Просто, блядь, да, можно, блядь, сидеть, блядь, от куста к кусту бегать, вот этой хуйней заниматься, при этом будет хороший винрейт, бля, постоянно будешь выходить, но так, блядь, настолько неинтересно играть, что пиздец. И люди тоже, блядь, главное, копят этот лут, блядь, нахуя копят, блядь, скоро уже вайп, блядь, они все копят. Куда его, блядь, нахуй? Сейчас, блядь, ну, уже скоро совсем вайп, а люди до сих пор в четвертых брониках бегают. Не, ну понятно, когда 15-е левела, а когда там 40-е или 50-е левела, 60-е. Я какой? Ну, я в пятых в основном гоняю. Нет, какой у тебя левел? 50-й. Это типа много, да? Ну... При том, ну, при том, что я не делаю квесты, это много. Нет. То есть я просто играю и все. А если бы я делал квесты, у меня бы был бы... Пробовал какого-нибудь боевого пропуска, типа того. Что еще раз? Ну, типа как в боевом пропуске. Не-не-не, тут есть вот, есть торговцы, и у каждого торговца есть вот квесты. То есть и делаешь квесты, получаешь опыт. А опыт, ну... в разы больше, чем ты за успешный рейд, ну, типа, заработаешь. Понял. Сейчас пацан радостный. Еее, я его убил! Это тоже радостный обычно, когда убиваешь кого-то. Не, ну, как я убиваю и как они убивают. Ну, я... Ну, вот ты был бы рад бы, если бы ты вот сел в кусты и просто ждал бы. Я сомневаюсь. Особенно зная, как ты в DayZ играешь, что тоже не сидишь на жопе ровно. Я говорю, пиздец. До шести... Главное, захожу... Ровно еще раз слабо. Захожу в конфу, говорю. Захожу где-то в 11 вечера. Говорю, я не буду до 4 утра сидеть. В 6 утра ложусь спать. Сервак прикольный, которым играем. Правда, ну он типа молодой проект. И онлайн типа скачет очень сильно. Либо очень мало, либо очень много. Типа свежий сервак? Относительно, да. Ну, чтобы ты понимал, тот, на котором мы играли, там все. После вайпа он, скорее всего, закроется. Сейчас вот новый патч выходит, и все. А, и это я... там, где ты типа имеешь в виду, где Ростик? Да, да. Я не понимаю, почему он до сих пор его делает. У него 10 онлайн, это максимум сейчас. 10 человек. Ну, наверное, вот как я, типа, вот я сейчас играю чисто давай по нахуй и удаляю эту помойку. Ну, ну вот. И он так же самое до обновления держит сервак и удаляет эту помойку. Он увидит, что после. Обычно у него после вайпа, ну, даже очереди были. Сейчас не будет. Нет. Ну, просто... блядь, потенциал он... убил нахуй сервака. Вот сейчас, на котором играем, там админы просто. Не, я не знаю, они бешеные. Ну, это видишь, это свежая кровь, вот эта вот. Да, только создали, у них это азарт, интерес, а потом со временем это пройдет. Я, кстати, не сомневаюсь. У них 3 человека, вот, и сейчас на любой тикет, все, они прилетают, а там отвечают, спрашивают туда-сюда. У нас сейчас вот в тиме любой рейд это тикет.
Вот за этот вайп у нас, ну, я не помню, сколько было рейдов, но только в двух случаях не было тикета. У нас там в конфе сидит оба админа, ну, два админа. Ну, они, то есть, они сразу заходят, спрашивают. А мы, ну, мы все пишем, то есть, откаты, вся хуйня. Не двибешься. Ну, вон, завтра Lost Light будет. Поиграю в Lost Light, посмотрю, что за парашу они там сделают. Что значит Lost Light будет? Lost Light это этот, блин. Нет, мобильный. Я не понял, что ты... Я понял, что будет с ним завтра? Обновление. А-а-а. Вайп. Ну, вайп там такой, блядь. Сложно назвать это вайпом вообще. Потому что у кого-то все вайпнется, а кто-то, блядь, в шоколаде будет, блядь. Ну вот, у них такое видение. Типа, кто задротит, тот, блядь, и прав, нахуй. Заебись. Ну, конечно, на самом деле, это, ну, это мобилка, и там, ну, все очень быстро все достается. Ну, то есть, это для таких, как на, ну, меня и Сана, это, ну, типа, не проблема на самом деле. Но просто обычным игрокам, ну, это пиздец. Да и даже для меня, ну, в принципе, пиздец. В том плане, что, ну, это... Ну, вайп должен быть вайпом, а не... такой хуйней. Ну, да, все должны быть, все с нуля начинать. Иначе это не вайп. Ну, наверное. А ты будешь стримить это? Lost Light? Да. Ну, наверное. Лаборатория. Киберспортивная локация. Почему? Маленькая? Ну тут очень, да, во-первых, маленькая, во-вторых, обычно дохуя людей и обычно киберспортсмены. Обычно игроки сюда не заходят, потому что в первую очередь, в принципе, боятся локацию, потому что она такая, ну, нагнетающая, типа, атмосфера. И... ну, сюда, чтобы зайти, нужны вот такие карты. А они стоят, одна карта 160 тысяч. А обычный игрок, он, ну, не может себе позволить постоянно ходить в лабу. Слишком дорогое удовольствие. Ну, окей. А в чем тогда преимущество? Ну, типа, почему он так дорого стоит? То, что здесь дохуя лута. То есть здесь на один квадратный метр очень дохуя лута. Ну, при условии, что ты выносишь, конечно, его. Ну, естественно. Блять, как будто услышал звук, но... Банка похотелось. Сейчас вот опять тишина, блядь, пиздец. Вот 100% где-то крысят, нахуй. Ебать, охуенный геймплей, блядь. Ну, с точки зрения... У тебя настроение для игры в эту игру. С точки зрения логики, конечно, они все правильно играют. Ну, то есть это на то и рассчитано, ну, такая игра. Ну, блядь, ну... Это неинтересно. Это неинтересно, нахуй. И такие игроки, они в любую игру зайдут и так будут играть. Ну и никогда не научатся. О! Ну, на танке нихуя. Сидел, блядь. Пернату зажал. Что, блядь, сидел?
сидел. Что сидел, блядь? Сидит, еще один, блядь. Сидет, блядь. Да, я никого не слышу. Вот у тебя, конечно, громче звук. Загустин, это чтобы остановить все кровотечения. И ЕТГшку, чтобы восстанавливались ХП быстро. Втроем, блять, вот втроем сидели, нахуй, это пиздец. Это беззвуки, я кого рот надал. Зато они сейчас подумают, что я читал. Бля, третьего красиво. Которого не ожидал, да? Потому что нога выбита, мне ее надо починить. Завидеть на все надо, на каждую часть тела. Угу. Это, ну, именно нога. Я сейчас руку я не буду чинить. Почему? Потому что, ну, в данный момент мне это не особо требуется. Я чисто починил ногу, чтобы бегать. А рука то, что выбита, у меня сейчас очень трясется пушка. Mm-hmm. Блядь, принципе, поднимается. Это не сильно важно, да? Ну, в принципе, да. Я понял. Простреливает. Ща. Это я плохо пострелял. Я не ожидал, что там двое. Суки. Ну, зато троих красиво положу. Ну так хотя бы не это, не обидно сдохнуть, когда троих положишь, а потом умираешь. Или обидно, когда убиваешь дохуя людей, а потом начинаешь лутаться, и тебя крыса под конец убивает. Вот это пиздец обидно. Что такое? Еще живой? Я нет. Умер. Тебя убили. Убили.
жизнь боль. Все, снаряга заканчивается. Скоро буду гуковать. Что это значит? Это значит от куста к кусту играть. Да, блять. А ты решил, давай все потратить. Да я это быстро все отобью. Я просто сейчас как на стриме, ну типа я максимально активно играю. Ну, кому это будет интересно смотреть? Как ты тухар сидишь? Ну, да. Согласен. Зачем очки? А, меньше слепят. Но... При солнце ты имеешь в виду? При фонарике. А. Ну, это типа такое. Тактически. Чисто. Я больше для прикола одеваю, чтобы вот так выглядеть. Пиздато. Понял. Чтобы пацаны, когда на меня выбегали, они такие смотрят: о, пиздато одет, значит, киберкотлета. Страшный пиздец. Да не, игру, конечно, доделывать еще пизда как дохуя. Что, например? Неткод. Звуки. А, звуки. Читеры. Говорил, я помню. Про неткод я понял, то что у одного не регает нихуя. Да, да, да. У другого другое. Античит нужен. Угу. Но это, наверное, самое главное. Первое. Ну да, если бы читеров не было, то ну еще как, ну, куда ни шло, типа. Ну, похуй на регу, похуй на звук. Можно да терпеть. Ну, просто... Не, ну просто плюс-минус все бы были бы равны. А так, когда читаки, ну, это вообще пиздец, кринж. Ну да, да, согласен. Так, что-то я хотел. А. А бейсбол. А, ты так смотрел именно? Ну, я думал, ты через стрим смотришь. Так через стрим лучше где... качество там. Да ну, бро. 60 FPS. Зато ты... Да он зрители, блядь, набивает, нахуй, блядь. Чисто обузит нас, обузер. Я говорю, тут ответ сразу. Опять это там долго пока прочитаешь, пока еще что-то. Короче, завтра пробую Lost Light. Если Lost Light не заходит, то... У меня есть другая игра, например. Дейзи. Нет, нахуй тебе. Да не, я пойду, блядь, в Дейзи играть. В пизду. Ну, я тебе дам охуенный сервак. Да. Блядь, сумасшедший, нахуй. А что, а какое ты хотел предложение? Какой нахуй Дейзи, блядь, ты чё? В смысле? Давай тогда в самп вернемся, блядь, играй дальше. Погнали в самп. Какой в самп, блядь, ты чё? А чё, в Дейзи, блядь, идти, блядь, нет, не зашквар, нахуй. Самп, Дейзи мод. Да ну нахуй, не, вы чё, гоните? Я пробовал зайти на днях. В сампе нет Дейзи мод, нормально. Не, ну, когда он был в Дейзи, тогда там был Дейзи мод.
ты на МТА надо идти. Куда? МТА. А, ну, блядь. Как будто большая разница. Большая. Ну, в МТА. Все равно. Какая хуйня, что это? Нет, он да, просто потенциала больше. Да, Саня знает. Мы, он просто, ну, когда говорит про самп, имеется в виду и та версия сразу. Просто если в DayZ идти, ну, в GTA, то, ну, конечно, МТА. Потому что в МТА там и интерфейс был под DayZ, ну, там дохуя всяких плюх было. А самп это чисто РПшка. Угу. Здесь на мотороллер поехал. Ну, в любом случае, да, сейчас, ладно. Блядь, заходить в GTA San Andreas, ну, такое. Блядь. Нормальная игра, не выёбывайся. Не, ну я зашел, но... Игра нормальная, конечно, поспорить. Ну, блин. Ну, блин, ключевое слово. В DayZ мод, в этом МТА мы играли с тобой, да? Я играл только потому, что у меня просто DayZ не тянул. Ну да. И как бы сейчас понятно, почему я так много там времени провожу. Блять, ну раз уж так, то можно было пойти в скам играть. Что это? Ну, кстати, вот я бы в него бы хотел бы попробовать поиграть. Что это? Но там кто-то что-то говорил, что она еще больше, ну, еще быстрее заебывает, чем DayZ тот же. Как называется? Скам. Я не знаю, Скум. СЦУМ. Там. Возможно, я видел геймплей какой-то. Там, скорее всего, не очень хорошая оптимизация. Но если в DayZ она не очень хорошая. Ну и читеры, блядь, естественно. Ну, куда без них. Где лут, там и читеры. Вот сейчас никто не выходит. Сейчас вот я встану, побегу, и кто-то выйдет. Кстати, по скидке у меня 50% в стиме сейчас. Знакомая история? А, в DayZ же так же самое. Ну, когда я на вышку лезу. Не, я сижу долго. Когда пойду, меня убивают. Слышу, как хуярится уже. О, теперь я слышу. Почему я так в панике убежал? Потому что там гранатомет. У меня больше вопросов, чем ответов. Ну, у меня нету шансов против гранатомета. Надо идти в скам. Я не понимаю, как ты его увидел. Или услышал. Я услышал взрывы. Мне этого хватило. Ну вот сейчас мне надо как гук играть против гранатомета. То что одно попадание и мне пизда. Через дырки. Через дырки меня это спасет. Сука.
Он вот здесь где-то, куда я смотрю. Не очень понятно звуки пока что. А тут как в DayZ, надо выкручивать на максималку. Дело не в этом, дело в расстоянии. А, ну да. Оно точно разное, не так в DayZ. Блядь, я нахуй я это смотрю, мне осталось спать 5 часов, блядь. Работа? Да. Так, просто интересно, почему бы не посмотреть? Что за спать не хочу? Что завтра на работу? Сегодня зачем? Сегодня после рейда также говорил. Даже спать не хотелось, когда пошел спать. Вот это очень близко, да? Да-да, это он ту дверь закрыл, которую я открытой оставил. Клава глаза через раз. Не-не, вряд ли это читак. Ну, то есть он там так простреливал. Вполне возможно, что он просто сейчас сюда смотрит, чекает. Как вам геймплей, Тарка? Охуительно. Ку-ку. Ку-ку, ёп. Ладно, пизду. Еще один. Либо один, либо двое. Не, ну красиво базар вокруг. Побежал по верху. Сюда. Это, блядь, рейдер меня душил. Блядь, хуёвые патроны. Да, все-таки один там остался, который убежал. Конечно, есть маленький шанс того, что я его взорвал сейчас гранатой. Но вряд ли. Ну я когда дверь открыл, блядь, и увидел, два ебала. Я охуел.
Ну, где-то вот здесь. Ну, я также услышал. Кидаю крафт! Это рейдер. Не игрок. Скорее всего, игрок сдох. Я его, наверное, пизданул гранатой тогда. Блять, берца щеми! Это опасно было. Нихуя непонятно. Что тебе конкретно непонятно сейчас? Ну, у меня либо слишком темно. Да, у меня гамма выкручена на максималку. Ну вот и... Все, пришел. У него ППшка какая-то была. G36. Что это? Штурмовая винтовка. G36 не знаешь? Нет. Я бы не переспрашивал. Ну да, логично. Какой калибр? Натовский. 5.56? Угу. Главное, натовских-то дохуя патронов, но ты понял. Ну, натовские, я знаю, 308 и 5.56. Больше не знаю. Так, сейчас пойду проверю чувака, которого в теории я не должен был убивать. Но могло задеть. Но могло, да. Я сомневаюсь, он, скорее всего, где-то здесь крысит. Мне, скорее всего, пизда. Блять, или я рейдера слышал. Не, не может быть такого. Вот моя граната. Она никого убить не могла. Аккуратно уголок. Уголок? Вот этот? Ну, в углу взорвалась. Граната. Ну, это аккуратно. Неаккуратно. Неаккуратно? Как такое вообще покупают? Это самое неудачное.
невезучие? Тут стамина есть? Да. Где она? Индикация. Вот слева снизу, видишь, зелененькая полоска. Это выносливость. Выносливость ног, точнее. А синенькая полоска — это выносливость рук. Видишь, тратится? Да, вижу. И это довольно неплохо они придумали. Появляются вопросы к Дейзу. Не знаю, я, конечно, сейчас начну лутаться и сдохну, но я надеюсь, что это все. Рейдер. Я надеюсь. А ты дикий? Ну, да, рейдеры это дикие конкретно в лабе. Интернет опять отвалился. Да ебанер. Ты заебал. Тут враг! Чужие бреды! Вот это щелчок, когда ты лазер включаешь. Его далеко слышно? Ну, нормально, да. Реально нищий. А если не нищий, что у него должно лежать в инвентаре? Если бы у него здесь патроны БС, не ПС, а БС, это было бы вкусно. БС это что такое? Ну... Бронебойные типа? Да, наверное, правильно так сказать. Ну да, я думаю, что все. Больше никого нет. Я надеюсь на это. Надежда умирает последней. Кто этот еблан, который придумал вот этот тетрис нахуй бесконечный? Вот это лутание, ты имеешь в виду? Вот это, блядь, да. Вот это все. Согласен. Не очень. Но зато есть один плюс. Можно рюкзак. Охуеть. Посмотреть, как Дэдди типа лутается. 4 секунды весь лутанный чувак. Блин. Удивиться не успеваешь.
и наименований здесь больше немножко. Ну да, тут поболее патронов разных. Это даже не в патронах дело. Для дрочеров. Вся хуйня, которую продать можно там. Айфоны, карточки. Вот, смотри. Не, ну, наверное, когда играешь много, запоминает быстро. Ну да, то, как я лутаюсь, это забей, это очень медленно. Медленно? Да. Ты серьезно? Да. Очень медленно. Ну, я плюс сейчас уже сделал... Понял, это как играть в сапера. Да. И плюс я сделал уже ставку на то, что больше никого нету, и поэтому я... Еще медленнее. Я лутаюсь. Сапёром. Кого? Сапёром. Чё сапёра? Сапёр онлайн поиграю. Умеешь? Да. Давай тогда самый сложный. Блять, если сейчас там самый сложный выдаст нахуй здоровенную хуйню. Я средний проходил меньше, чем за полторы минуты. Что ты сейчас взял? Золотое яйцо. Ну, это драгоценность продать просто. Я вот типа у него по диагонали считается, блять. Ой, сука, ой, как играть. Да, это бот. Чё, хавку даю? Ну, тут надо кушать и пить, вот. БТ заканчивается? Ну, быстро заканчивается? Ну, нормально так. Так. Это нам надо. Редут. Вообще непонятно, что ты делаешь. Лутаюсь. Нет, это понятно. Это все, что понятно. Куда ты чего перекладываешь? Вот. Сейчас я скинул рюкзак, чтобы быстро бегать. Чтобы здесь быстро чекнуть офис и съебаться. Потому что здесь очень опасное место. Боты, они все простреливают здесь. Вообще, они не видят этих стен. Ни стекол, ни стен. Так вот смотришь, стрельба здесь очень сложная, как будто кажется. Может, конечно, дело привычки, но, блин. Она рандомная. Просто рандомная, блядь. Ну, блин. Они делают, типа, реалистичный шутер, но стрельба абсолютно нереалистичная. Будто бы я еще стрелял. Да не обязательно стрелять, чтобы понять. Просто в Ютубе вбиваешь, вот как люди стреляют из огневого. Ну, это абсолютно не так выглядит.
про ощущения, конечно, я не могу сказать, но то, как выглядит, когда стреляют боевого, и тут, это... Разные, да? Вообще абсолютно. Но я не видел нигде видоса, где стреляют с настоящего, ну, с огнестрела в замкнутом пространстве. Типа страйкбол, ну да, но там вообще по-другому это все. А, ты сейчас, ну, ты про что имеешь в виду, про отдачу сейчас имеешь в виду, или... Да, именно. А что, отдача отличается на улице или в помещении? Нет. Вот и я думаю, что нет. Отличия нету. Тут только парни прицелятся в зависимости от расстояния. И все. Просто, если говорить про видосы в Ютубе, все, что я видел, это только страйкбольные какие-то движения. Победа! Что будет, если справа сверху таймер закончится? Смерть. Просто умирает персонаж? Подожди, что еще раз? Сверху справа я вижу таймер. 8. Ты пропадаешь и все. Ну, типа, проебываешь. Весь лут проебываешь. Ну, твой персонаж, типа, теряется без вести. И сколько дается времени на рейд? Там в зависимости от локации, по-моему. Ну, предположительно, 30-40 минут. Надо заебал девать. Бегу. Я вызвал лифт. Я сначала пошел, нажал на кнопку, чтобы дать питание на лифт. И вызвал лифт. Сейчас вышел. Все. Я победил. Победу. Удачный рейд. Угу. Угу. Кого я не залутал? Всех победил. В голову, в голову. Убит, убит, в голову, в голову. Дурак, что ли? А, я понял, кого я не залутал. Первого, которого я убил. Потом гранатометчик прибежал и залутал этого. А вопросительные знаки, это значит, что это неизвестно кто. Не, у ЧВКшников есть жетоны. Если ты убиваешь ЧВКшника, ну, человека, и с него не подбираешь жетон, ну, не выносишь с собой, то у тебя будут вопросительные знаки, потому что ты... А если бота убиваешь, то точно известно, что это бот. Да. Ясно. Ебать, шахид надо мной.
Ебать, его сейчас уебут нахуй, блять, что вылетает. Ебать, что мопед впереди нахуй летит. Я в ахуе. Тупо мопед, блять. Ну ПВО не запустили, блядь, походу босс. Автомат пилот. О чем речь? О шахидах. Ты шо он так долго пиздует, нахуй? Пиздуй же отсюда. Смотри, как забагалось. Нихуя не понятно. Что за багл? Ну, смотри, видишь, где магазин? Ну. А должен быть здесь. Вот так должен быть. Шестидесятник. Бля, ну это красивый рейд. Раз, ну, два, три, это четыре. Это красивый рейд? Да. В каком плане, что ты много золотал? В плане, что я выжил, еще и дал пизды, и... много вынес. Я понял. А вот это вот череп золотой. Это хуя. Тоже продать. Драгоценность. Тоже, да? Да. Раз, два, три, четыре. Блять. Блять. Вся жрачка ушла. Так. Сейчас хуй знает, прилетит нахуй, дринчит, блядь, все еще. Кто что вылетит? Риск. А, Саня? Нихуя себе. А я не услышал даже звука. А я, у меня сначала появился звук. Ha
еще слышу, как он дрончит, нахуй. Вообще, блядь, сбивать собирают. Ебать, а дроны, ну, их настолько громко слышно? Да он пердит, летит, это пизда, нахуй. Как будто у него выхлопная, знаешь, как будто у тебя, блядь, на Жигулях выхлопная труба, там, блядь, с диаметром. Ты думаешь, что их, блядь, прозвали мопедами? Называют шахиды, мопеды, блядь, такой. Он, блядь, дрынчит, нахуй, так, нахуй. Он тебя ни с чем не спутает. Ну как, с мопедом можно спутать. Но это то есть у тебя просто типа открыто сейчас окно, и ты слышишь его? Да, он только что пропиздовал. Сейчас это пиздует, это, блядь. Может, уже в километр полтора я слышу его. Ебать. Пизда, интернет тупит, нахуй, блядь. Вот я сейчас как-то подойду, что-то послушаюсь. Сейчас уже еле-еле слышно, это на километра три он уже, блядь, отлетел. Сейчас, блядь, пнется на мобильную группу ППО, блядь, засобьют. Понимаешь, кукла, блядь. Блядь, ты пистанутый, че шо, блядь? Шо, блядь, происходит, блядь? Любой другой сайт загружает без проблем. Почту не грузит, блядь, YouTube не грузит. Бля, я когда переключаюсь на второй моник, у меня глаза вытекают от 60 Гц. Это пиздец. Это кринж нахуй, ёбаный. У меня мышка, она, ну, курсор плавает, нахуй. Я не понимаю еще людей, которые до сих пор говорят, что 30 FPS хватает. Мне, блядь, 60 не хватает. Никакого денег нету, блядь, им хватает. Надо черта оперировать, блядь, что у них нет денег. Не будь же он тебе говорить, что он, блядь, бля, нахуй, я когда мелкий был, я тоже, блядь, пиздец, как стеснялся того, что мы, блядь, ну, типа, хуёво живём. Не знаю, я максимально никогда, блядь, ну, не это, ну, мне похуй было. Ну, чужое мнение. Всегда было похуй. Ну, типа, да, прикольно, когда кто-то там охуевает с чего-то, что у тебя есть, там, допустим, пиздатый ком, там, или что-то типа того. Ну, это, блядь, не панацея, нахуй, какая-то. Чтобы только ради этого, типа, там комп собирать. Я скину наглядный пример, блядь, с каким-то такому пизду. Это шортик такой же.
Ну чё зассал? Где ты? Чё, блядь? Красиво, да? Хитрина. Эти брачные игры, конечно. А по-другому, блядь, их не размансить. Бедолагу захуярил. Может, он мирный. Да-да. Один нажимаю, блядь. Слышно такой шум легкий, блядь, фона. Один включаю фон. О, ебать, там, блядь, еще стреляются. Охуеть. Там, где черная это, где лаборатория. А, это СРФБ, блядь. Ебать, он тут, конечно, пересрал, пиздец. Киберкотлета такая залетела к нему. Да. Наебал. Он, наверное, не ожидал, что я так долго буду стримить. Блять, гранатка-то красивая. Залетела. Это тут облутал все. А, хе-хе, смотри. Стел. Да. Они еще и оделись ровно одинаково. Киберкотлетки. А тут прицел немножко. Вот. Так, ну осталось там еще. Хуй знает сколько людей.
Все, давай, я пошел спать. Давай, давай, спок. Нормальный тип. Не смог перестрелять я его. Печалька, печалька. Если бы тогда зажал его, дожал. Bye.
Ого. Видяхи как подешевели. А что с разведданными? А не, разведки нормально. Блять. Надо ж перезаходить. Так впадло. Закругляюсь, короче. Завтра надо будет постримить Lost Light. Посмотреть, что за говно они там сделали.